Всем привет! Сегодня у нас 20 ноября 2012 года, вторник. Сегодня мы приехали в Москву, наконец-то. Путешествие было недолгим, всего 5 дней, но насыщенным на всякие события. Да, покрестили, значит, Никитоса, я стал крестным папой, побывали дома, погостили у бабушек. Вот, вышел на работу сегодня, не выспавшийся, злой как собака. Дали сегодня наконец-то уже реальный проектик. Квартира на улице Красного Маяка, там, короче, Чертаново район. Ой, мучился с ним, короче. Ну, вроде намучился, нормально. Расчет за весь день почти сделал. Завтра сделаем отчет. Долго, конечно, сам понимаю. Вот. Ну, чё. Ну, после работы, соответственно. Мясо помог разложить в холодильник. Какую-то часть Ленки, короче, отдали. Потом, соответственно, в Европу поиграл. Сделал намеченные планы. Так, что еще? Расходы наконец записали за 5 дней. Вот. У кошки проверили сиськи, они красные. Это говорит о том, что она беременна, походу. Видимо, все-таки. Ну, вроде и все, все новости на самом деле. Всем пока, ревидерчи. Что-то спать хочется до ужаса. Пока.